На сегодняшний день Одинцовский округ – лидер Подмосковья по числу субъектов малого и среднего бизнеса. Их насчитывается почти 29 тысяч. Кроме того, в округе больше всего самозанятых – более 36 тысяч человек. Также Одинцово остается лидером по объему субсидий из муниципального бюджета – 20 миллионов рублей на поддержку предпринимателей. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», руководитель муниципалитета Андрей Иванов, обсудил с представителями бизнес-сообщества итоги работы в 2023 году.